Друзья, привет! Вы на канале турагентства York Travel. Сегодня мы поговорим о лете 2018 года. Туристы уже задумываются о том, куда бы полететь в этом году. Естественно, безвизовый режим стимулирует нас посещать Европу. Но немногие туристы знают, что кроме материковой части, Европа может предложить интересный отдых на островах. Я выбрал три страны с удивительными островами, куда можно отправиться в этом году. Сицилия – это парадоксальная Италия, которую многие туристы называют нетипичным итальянским отдыхом. Она содержит в себе увлекательные экскурсии и музей под открытым небом. Это город Палермо и Монреале. Что касается классического пляжного отдыха, то Сицилия предлагает известный и раскрученный курорт Таормина. Таормина расположен на востоке острова и располагается на двух уровнях. Первый уровень подарит нам отличные видовые площадки и пейзажи. Второй, нижний уровень, это доступ к чистому и прозрачному морю. Отельная база Сицилии интересна тем, что можно выбрать отели с висящими на скалах бассейнами. Португалия, Мадейра и Азорские острова. Многие туристы отправляются на Азоры, чтобы походить по холмам, посмотреть на потухшие вулканы и озера, а также полюбоваться первозданной природой. Экотуризм процветает на Азорах. Фотографы со всего света слетаются на Азорские острова, чтобы первый раз увидеть настоящую нетронутую природу. Увлекательная экскурсионная программа, различные ландшафты и пейзажи не дадут вам заскучать на Азорских островах. А перелет из Лиссабона займет всего пару часов. Что касается второго португальского острова Мадейра, то это респектабельный отдых вдали от материковой суеты. Расположиться в одних из самых высококлассных отелей мира. Отельная база Мадейры удовлетворит вкусы даже самых требовательных путешественников. Отели в духе Raids Palace приглашают гостей за отдыхом высочайшего калибра. Испания. Что касается испанских островов, то одним из самых известных островов Испании является Тенерифе с черным вулканическим песком. Помимо своего графитового цвета, вулканический песок имеет ряд лечебных свойств. Большая часть острова Тенерифе является охраняемой природной зоной, поэтому отдых является экологически чистым. Именно для фанатов такого типа отдыха Тенерифе является одним из самых лучших выборов в этом сезоне. Испания содержит в своем арсенале известные Балиарские острова. Это Ибица, или более привычное нам название Ибица, а также Майорка. Что касается Майорки, то это отдых на любой вкус. Те, кто уже побывал на материковой части Испании, обязательно должны отправиться на остров Майорка и ощутить на себе все прелести качественного отдыха на этом острове. Курортный регион Portals Nose принимает гостей с определенным уровнем достатка и требованием к отдыху. Что касается Ибицы, то это нашумевшая драйвовая тусовочная зона, потому что Ибица принимает открытых к общению гостей и дарит множество ресторанов и баров, которые работают 24 часа в сутки. Благодаря бесконечным тусовкам на Ибице она стала такой популярной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи!